Привет, меня зовут Настя. Недавно мы составляли список подарков для подруги. Она у нас скоро выписывается из роддома. И мне, как сотруднику детского отделения, досталось выбрать назальный аспиратор, в простонародье соплеотсос. Естественно, я подошла к нашему лору уточнить, чтобы она нам посоветовала. И она рекомендовала приобрести вот этот прибор Arctic Light назальный аспиратор, так как он максимально приближен к тому прибору, который мы используем в нашем отделении. Что я могу сказать по этому прибору? Он очень компактный, легкий, очень удобно ложится в руке, и вы можете к малышу подойти сбоку и, буквально нажав на кнопочку несколько секунд, вы можете откачать слизь. Так как это процедура ежедневная, чтобы избежать использования ваток или груш, или же всевозможных трубочек с использованием рта мамы, что тоже крайне небезопасно, просто за счет того, что можно инфицировать от рта мамы малыша. Естественно, лучше использовать тот прибор, который за самое максимально короткое время может удалить слизь из носика. Здесь у него, как видите, силиконовая насадка с узким наконечником. Эта насадка предназначена для детей с рождения, для грудничков. Видите, она узенькая, что не позволит с регулятором, что не позволит глубоко в нос ее расположить. Она съемная. Чтобы ее промыть, вам достаточно ее снять с наконечника и опустить в кипяток. Также вы видите здесь резервуар, он прозрачный, это емкость, в которой вы будете видеть характер слизи. Ее тоже очень легко снять с прибора и, прокипятив водички, установить обратно для дальнейшего использования. Все очень просто, практически как с электрической зубной щеткой. Здесь что мы можем посмотреть по набору? Здесь указано, что производство компании из Тайваня. Это значит, что точно не китайская поделка. Внутри у него находится, естественно, инструкция по эксплуатации. Трубочка. По трубочке. Трубка предназначена для прочистки самого прибора внутри. Нужно раз в месяц, тоже за несколько секунд, подержав в водичке, прочистить прибор изнутри от пыли. Сменная насадка. Вторая сменная насадка для детей уже постарше, кто не умеет сморкаться. Видите, горлышко более широкое, так что можно любые сопли, как жидкие, так и густые, откачать. Здесь все очень просто. Вот здесь даже есть два насадочных кольца запасных. То есть, если вы потеряете одно, вам не нужно идти и покупать прибор заново. Поэтому вам его хватит не на год и не на два. По отсеку батареек. Так, вы видите, здесь внутри такой симпатичный язычок. Всего лишь нужно использовать две батарейки, не аккумуляторы, а именно хорошие батарейки, чтобы у вас мощность всасывания не пропадала. Таким образом, мы сейчас его сложим обратно, и можно будет его использовать по назначению. Очень удобная штука, всем рекомендую. При съемках данного видео ни одной куклы не пострадало. Не болейте, всего пока-пока!